А ты знаешь такого дедушку Каквита? Нет. А кто это? Мне мама про него много рассказывала. Говорят, он все о Чукотке знает. Как интересно. А пойдем к нему в гости? Пойдем. Ура, ре, ре, ре. Кому поклоняемся? Эй, чукчи от слова чауч. Богатые олени. Но сами себя мы называем шевураючи. Ну-ка, внученька, подскажи, как переводится шевураючи? Настоящие люди. И у нас идет разделение на прибрежных и тундровых жителей. Эй, по традиции любой праздник начинает хранительница очага. Рано утром, еще на рассвете, хозяйка выносит ритуальные угощения и корни духов природы, от которых зависит наше благосостояние и благополучие. И теплый полок. В этой меховой комнате тепло держится даже в самую длинную и холодную ночь. Но ведь сейчас же 21 век на дворе. Неужели нельзя было придумать что-нибудь удобнее для проживания? Конечно, пытались. Но, как оказалось, лучше, теплее, удобнее. А самое главное, мобильнее яранги на сегодняшний день ничего не придумали. Домашние охранители, которые оберегают ее от злых духов. В первую очередь это домашний очаг и связки разных предметов. Дайку, будь то клюв ворона, коготь или зуб медведя, шкура песца, волка. Или росомахи.